По действующему законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на государственную помощь, в том числе и при необходимости на предоставление жилья. Государственная программа «Дети Кубани» успешно реализуется в Краснодарском крае. В ее рамках за последние 7 лет более 6 тысяч человек были обеспечены жилыми помещениями. И Славянский район принял активное участие в губернаторской программе. С 2009 года за счет программы «Дети Кубани» приобретено 208 жилых помещений. Более 200 миллионов рублей было выделено на это из краевого бюджета. Вручение ключей от собственных квартир – это всегда особенное, радостное событие. Пятеро молодых людей были приглашены к главе Славянского района, чтобы в торжественной обстановке стать обладателями своего жилья. В этом году не исключение, в этом году 26 наших детей получат ключи от новых квартир. Мы приобретаем жилье в целом в Краснодарском крае, это город Краснодар, Северский район, значит, Динской район, Абинский, да. Поэтому я считаю, что действительно яркое событие, что у вас вот будет крыша над головой, будет возможность, как говорится, жить, воспитывать детей, жениться, работать, трудиться. В общем, все так, как и должно быть. Глава Славянского района поздравил приглашенных и вручил им заветные ключи. За участие в судьбе детей-сирот Романа Синеговского от имени всех новоселов поблагодарил Станислав Ковалев. Всех счастливых владельцев новых квартир, конечно, переполняли чувства. Собственное жилье – это не просто крыша над головой, это независимость, это новые возможности для создания семьи, для спокойной и благополучной жизни. Я очень счастлив, что получил ключи от новой квартиры. И сейчас я в процессе, переезжаю туда, в новую квартиру, более подробно рассмотрю ее. И надеюсь, что там у меня будет все хорошо, найду новую работу, буду жить, работать, заведу семью. Станислав уже осмотрел свою квартиру и остался очень доволен увиденным. Там кирпичный новый дом, ему где-то 3 года всего. Детская площадка огромная, обустроена напротив дома. Красивая квартира однокомнатная, все чистенько, опрятно. И новый ремонт там сделали, и поэтому там нет никаких проблем. Осталось только вот завести вещи и все, и живи. Государственная программа «Дети Кубани», призванная помочь с обустройством собственного жилья тем, кто остался без попечения родителей, и дальше будет активно работать. Наши ребята, получив ключи, всегда с трепетом относятся к этому событию. Конечно, в нашем районе еще остаются дети, которые нуждаются в заботе государства, и мы будем эту работу продолжать. И на следующий год у нас не менее 26 квартир мы уже планируем. Впереди у счастливых новоселов большая жизнь. Своя квартира – это начало нового ее этапа, и отныне их сердца будут согреты теплом родного очага. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».